Дети всем доверяют. Для малыша. Держи. Они без опаски принимают от вас еду. Сюда, дружок. Доверчиво следуют за вами. Сегодня не как обычно. Два кофе и что-нибудь, чтобы принести извинения. Мужчине, женщине? Сестре. Рекомендую печенье. Ладно. Дети не ищут скрытых мотивов. Дай малышу жирную сладость, и он твой друг на всю жизнь. Спасибо, Франциско. Со взрослыми намного сложнее. Сестра дала мне один выходной, а я взял 5. Она вправе сердиться. Но я не могу рассказать ей, что ездил в Небраску. И что там делал. Смотрите, блудный кот притащился обратно. И принес кофе и пончики. У тебя 5 минут. Некоторым приходится ходить на работу.